Давай документировать рождение уёбища. Ага, документируем? Конечно. Бля, ну я считаю, что вот здесь надо бля, она сейчас поедет, да? Ну давай держать. Хули в хули. Бля, прям. Хорош, хорош! Класс. Класс, как будто жизнь потрепала. Да, да, да. Здесь побольше с ним. Фу, воняет, блядь, пиздец. Уёбище кастом, гитар. Уёбище кастом. Хорош, пепел, хорош. Одной рукой создал шедевр. Бля, это просто топ. Давай теперь доводка перфоратором, да. Стамеской и молотком. Супер страж получается. Хорош. Вот это ровно отпил. Пепел, ну вот не зря настройки работают. Бля, да, да. Ну давай еще сделаем такие глубокие выпилы. Да, что-то здесь еще мешает. Да. Во-во-во-во-во. Стиль, стиль, стиль. Бля, ну надо на самом деле. А в объем гвоздь? Пепел, ты скрипач. Да. Саня, я барабанщик. Итак, дамы и господа, прямое включение из уёбища Customs, и мы хотим показать вам, что у нас получилось. Это гитара, это просто произведение искусства. Вы можете увидеть, что здесь она была потрепана жизнью. Совершенно неизвестно, какие адские гитаристы и сколько веков играли на этом инструменте, но вы видите, что он прожил и дожил до наших лет. И сейчас Пепел имеет честь держать этот инструмент в руках своих. Пепел, как ощущения твои от этого инструмента? Я не знаю, я прикоснулся к истории. Да, она даже звучит, если уронить. Она запела. Да, да. Это сам дьявол играл, на самом деле. Видишь, у него когти, короче, и, ну, типа, поцарапал. Как она будет финализироваться? Финальная доводка инструмента. Посредством ферментации. Вот. Соответственно, мы ферментируем эту гитару, консервируем ее в земельке, в секретном месте на год. Я заметил не идеальные контуры. Сейчас 2:30 ночи, мы в Битцевском лесу, Пепел копает яму. Давай сейчас чуть-чуть присыпем, я босым. Сейчас 4 утра, мы возвращаемся из Битцевского лесопарка, где мы закопали шлюху. 27 июля 2018 года, 4 утра, мы снимаем это видео. В мае 2019 мы вернемся сюда. Мы сидим до двойных часов. Где стандартная икона? Да. А прикинь, по радио будет Макдермо. Макдермо по радио. Или это типа того. Бангузда. Короче, все, нахуй, пошли.